Всем привет! Добро пожаловать на канал, замечательную игру Хроники Валькирии. Итак, глава 15, Цитадель Гирландайо. Как взять цитадель? Такой вот раздел этой главы. Насколько я понимаю, здесь две будет битвы, 4А и 5А. И поскольку игра здесь предлагает еще добычу ресурсов, то есть денег, опыта, неким другим способом, то есть прохождение различных сражений, есть специальная вкладка, я бы хотел в этой главе попробовать пройти, да, несколько этих заданий, скажем так. Но перед этим, конечно же, взять то, что нам причитается. По заслугам. Так, Роделия. Так, что нам нужно тут? Орден. Хайнес. Ух ты, Нагар. Тоже какая там у него вся грудь в орденах. Герой Нагара присуждена. Королевской награды. Так, еще пушки подкинут. Что это у нас? Винтовка. Но... Такое дело. 3П. Две штучки. Снайперская какая-то хрень. Копье. Ага, тут какое-то модернизированное. Так, лады. Спасибо. Так, заглянем на кладбище. Что здесь расскажут нам? Может быть, какой-нибудь приказ? Hello again, sir. I'll teach you awaken all today. Так, воспоможите. Use it to call forth the natural potential lying dormant inside your entire squad. Ух ты, всего отряда. What? Вот это бомба. 15 000 опыта. Но это хорошая тема. I hope we'll... Все будут сильнее, точнее и убийственней. Так, ну, заглянем к Элит. Что она тут расскажет? Hey! Так, столкновение окончено. На утро 28 числа пришла новость о победе Силгалии у Нагара. Хотя точные цифры пока неизвестны, можно с уверенностью сказать, что эта победа прошла не бесследно, унеся множество жизней как с нашей, так и с имперской стороны. Жертв могло быть гораздо больше, если бы не вторая Валькирия, вставшая на сторону Силгалии. В поединке со щитом и копьем, как в преданиях, эта женщина принесла победу, быстро сломив всю имперскую оборону. Ну и... Вторую Валькирию также. Шапочка тут, конечно, засветилась. Хотя генштаб Галлии никак не прокомментировал вести о Валькирии Галлийке. Пережившие бойню при Нагаре очень хотели бы отблагодарить ее за спасение своих жизней. Беженцы пересекают границу. Так. Совет Европы по правам человека потребовал властей обратить внимание на проблему беженцев. Так. Война и люди, лишившиеся крова, давно идут рука об руку. При текущем положении дел в Европе вопрос стоит остро, как никогда. Необходимость его быстрого разрешения сейчас является делом первостепенной важности. Ребята, войну закончите как-то, вот это первостепенная важность. Добровольцы планируют отправиться в лагеря беженцев по всей Европе, чтобы предоставить пищу, одежду и медицинскую помощь их обитателям. Ха. Вот так вот, интересно, волонтеры, да? Глава совета Бен Тамаль, занимающий этот пост уже 2 десятилетия, утверждает, надежда людей на мирное сосуществование тщетна без стремления отбросить предубеждения по поводу расовых и религиозных различий. Золотые слова, это сильно, сильно философски. Так, галлийские трибуны. Опа. I've got new material. Так, что там за материал? Ни хрена себе. Война без оружия. Это о Розе, Алисии, о Ворот и Велкине. Ну просто победа вдохновила эту барышню на творческие какие-то свершения. Так, покупаем. Так, ни хрена себе, блин.
тысяч 60 тут потратили. Даже больше. 66 с лишним. Ладно. Есть на что посмотреть. О чем задуматься, да? Какая история здесь. Так, что тут у нас в мастерской? Разработать оружие. Начнем, наверное, с брони, униформы, ну и так далее. Если, конечно, доступно. Есть такое. Так, форма 8. Ага, там защита 10. Здесь 8. Но, все полезно. Так, гранаты, к сожалению. Ух ты, огнеметик. 300 урона уже наносит. Что не может не радовать. Так. Ну, снайперскими я не пользуюсь. Их и нету. Что здесь мощь повышает. Насколько? На 30 урона. Плюс броня пробивает. Неплохая тема. 23 тысячи. Грабеж. Средь бела дня. Автоматы. Мощь повышает. И пробиваемость лучше. Но денег 32 тысячи. Жесть. Ладно. Я так понимаю, на танки ничего не хватит. Стоп. Вначале давайте Эдельвейс. ПТ-снаряда можно сделать. Было бы 26 тысяч нужно. Что еще? Привод. Такое дело. Так, а вот эта тема. Хотя у меня снарядов... Я не так часто талками пользуюсь. И боеприпасы там... И так в порядке копятся. Так, огневая поддержка. Давай-ка мощь. Миномет можно улучшить. Это офигенная штука. Купим. Так, и бабла вообще нет. Тут нифига. Объем. Да, хотя бы один поставить, но совсем немножко не хватает. Так, пока подкинем. Проведем небольшой тренинг. Так, улитки. Так, давай-ка нам штурмовиков дальше. Обучим. Так, уровень. Может, они станут какой-то гвардией. Не знаю. Посмотрим. Но это надо аж на 20 уровень. Но тут опыта надо тонну. Так. Что у нас? О, приказ новый. Нейтрализация. Повышает защиту от контратаки. Вот так себе. Это называется... А нафиг надо? Пришел, убил. А не нарвался на контратаку. Так. В казармах у нас... Нам дали винтовки. Алисия, ты с чем там бегаешь? С этой хренью, да? А тут что, 380? Ну, это помощнее. Так, Роза. С какой-то модернизированной херней. Тема, в принципе. Так, Ларга. Там какое-то копье. Ага. Такое есть, значит... Кто у нас еще? Ты тоже с модернизированным. Гектор иногда участвует. Точнее, один раз, по-моему. Так, Розина, Гомер, 3П. И здесь, в принципе, кому там дали снайперскую, но она такая же. Да, у меня снайперов столько нет. Покинуть. Так, ну что ж, давайте посмотрим, что там за... Отчетов просто немерено. Можно захватить какое-то сражение, выбрав вкладки, да? Так, ну здесь мы сражались, опыта здесь не особо много. Побережье Вазеля. А, это все карты, где мы участвовали в различных битвах. Верхний Фоузен. А здесь, вот интересно, профессиональные военные операции. Здесь испытания разведчиков, испытания лансеров, снайперов. Также
инженеры, штурмовики. Ой, для Розы здесь. И танковая какая-то хрень. Что бы здесь такое взять, интересно? Может, для снайперов? Тут, я думаю, не очень будет сложно. Звук где? Ну ладно, придется озвучивать. Я Марина Вульфстан. От имени снайперов Галии бросаю вам вызов. Ха. Вот такая вот система. Что, по своим стрелять, что ли? Бросает нам вызов. Имперцы расползлись по всему району. Мы зайдем с этой позиции. Воспользуйтесь снайперами, чтобы уничтожить их. Цель данной операции — уничтожить весь имперский контингент. Либо сдержать их проникновение в область до 8-го хода. Угу. Это что-то интересно. Если они доберутся до своей базы, миссия будет провалена. Не допустите этого. Так, враг сдержан или уничтожен. Располагаем, хорошо. Так, миссия снайперов. Как поступить здесь? Ладно, берем 2 снайпера. Так, ну что ж. Погнали. Начинаем операцию удачной охоты. Good hunting. Так. Мы тут полностью отрезаны. Остров на суше. Ха. Тем лучше. Уничтожить врага издалека — это как раз по нам. Некоторые противники могут прятаться. Иногда ожидание — лучшая стратегия. Снайперы-то ведь не стреляют. Уничтожим их одного за другим. О, лиса. Какая милашка. Я могу взять ее себе? Это не займет много времени. Блядь, как, что за лиса? Нет, я понимаю. В таком случае поскорее закончим. Так, я с тобой полностью согласен. 4 очка действия. Очень мало. Так, разведка. Снайпер, Блин. Снайпер — это плохо. Так, давай-ка возьмем тебя. Так, это у нас разведчик, да? Мы его тут утихомирим. И осмотримся. Так, там у нас снайпер. На вышке снайпер. Тут какие-то заборы. Наверное, к забору надо прятаться. Там еще кто-то. Ой, у него тут башка торчит. Там еще кто-то. Ладно, пока так, стой. Штурмовик. Хренов разведчик. On the move now. Так, Оскар. Enemy spotted. Лезь сюда. Enemy spotted. Так, надо вот этого гада выпиливать. Stupid Imperials. Yes. О, БХС. Так, тут не опасен он внизу. Это не особо опасен. Значит, задание какое у нас будет? On the move now. Уничтожить, наверное, всех разведчиков, которые видят. Штурмовик. Это далеко. Что у нас тут дальше? Снайпер. Так себе, штурмовик. Разведка. Вот этого гада надо убивать. Чтоб попасть. Отлично. Yes! Так. We're coming to help. Один ход. Надо его прятать. Штурмовик, снайпер. On the move now. И пулька есть. Наверное, вот того гада надо убить. Чтобы он нам не мешал. Stupid Imperials. Ух ты. Yes. Скинул его просто. Так, спускайся.
Bloodlines, return fire. Давай Makes тоже, наверное. Of my brother. Дитя цветов. Вот так вот и стойте. И на следующий ход попробуем почитерить немножко. Позвать нашу прекрасную леди. Так, ну он где-то внизу, он к штабу не прорвется. Но он к нам прорывается. Это не самый лучший вариант. Где он там? А, вот этот газолез. Вышка ему мешает. Так. Ой, еще этот куда-то побрел. Или кто это? А нет, это внизу что-то тут. Какие-то передвижения непонятные. Ух, их тут вылезло. Такс, 4. On the move now. Пулька есть. Наша задача убить вот этого гада. Хотя этот снайпер тоже здесь мешает, загораживает. Может промазать, попасть, допустим, в плечо и... Yes! Выстрел будет слит. Don't allow them time to think. Ты, значит, здесь... You say so. Так, и надо вот этого штурмовика прибить. На, гад. Есть. See what you get? Try not to leave yourself open. Так, там два гада. Hostile detected. Так, он так его... Пробьет, интересно. Ну, попробуем, значит, сделать следующее. Тут снайпер на вышке. Мы позовем на помощь Рози. И... An order's an order. Вот там гад снайпер, да? Try to time your shots carefully. Кто нам мешает? Попадает по нему. А где этот гад там? Вон он. Так, где у него тут башка? Вот это вот вроде. Понятия не имею. На! Готов. See what you get? Так, теперь главное как-то спрятаться. Чтоб по нам тут не попали. Pay attention to the enemy's position. Ну как-то так, не знаю. Закончить? Отлично, мы еще и ходим. Супер. А вот и Роза. Let's do this thing. Давай, Роза, сделаем это. Так, по одному, сукины дети. Лови. Первый пошел. Let's do this thing. Так. Лови. Отлично. Муа. Так, теперь ее надо как-то поставить, чтобы она их всех убивала. Ага, вон один. И там кто-то. Давай сюда. Вот так вот оставим. Значит, посмотрим сейчас, что получится. Так, давай-ка. Постреляем.
Ладно. Минус у них. Звездочка. Мал паук какой-то. Так. Давай вот сюда. Если кто-то будет пробегать, она, я думаю, пощекочет нервы. Так, далее. Оскара давай-ка на вышку. Enemy spotted. Вон гад. Там снайпер, тут разведчик. И тут разведчик. Надо разведку убивать. Мешает. Stupid Imperials. Отлично. Yes! Так, сваливает сюда. Куда-то на базу. За патронами. Тут полностью восстановится. Так, ты сиди. Так, сколько у тебя патронов? Может, Алисию вызвать? You say so. Да, черт с ней. Так, кто нам здесь может помешать? Вот это тут. Опасный какой-то тут. На. Easy, Mark. Готов. See what you get? Remember to look at your surroundings. Так, бегись тоже. За патронами. Hostiles. Ого. Блин, там еще кто-то. Элитный разведчик. Сейчас надает тумаков снайперам. Они там так сидят. Ой-ой, еще и ракеты этой. Точнее, гранаты. Укрытие развалял. Хорош гад. Welcome. This is your... Так. Снайпер объявился. По Розе. Роза плевать хотела на вас. Так, 4. Let's do this thing. Надо снайпера спасать. Где этот гад там? Так, лови. Go down. Так, Розочка. Спасай этого товарища. Sit tight. Help's almost there. You gotta help, please. Так, здесь, значит, в засаде. Она подлечится, а снайпер... I'm so scared. Вот этому гаду должен напихать. На. Stupid Imperials. Yes. Так. Try to conserve ammunition when you can. Пойдем тут поглядим, что происходит. Стоп, а сколько их осталось? Никого нету. Здесь мы убили. Может, внизу кто-то? I'm so scared. Так, залазь, наверное, на вышку. Makes me think of my brother. I'm in position. Хозяин гнездышка. А, вон кто-то видит. Ай, патронов нет. Ха. Ну что ж, пропустим тогда ход.
можно было, конечно, его подлечить, но это такое дело. А, он оттуда не вылазит. Ну и здорово. Так, Розина тут. I'll do my best. У тебя, я так понимаю, патрон должен появиться, да. Где они там его находят? На. Отлично. Я думаю, это последний. Так и есть. Победа. Ранг Б. Уверенное начало. Ха, это только начало? До ранга А совсем чуть-чуть. Ты сможешь. Лису я, тем не менее, потеряла. Ладно. Ого. 20 тысяч. Неплохо. 50 тысяч опыта плюс... 1000... точнее, 100 тысяч... этих дукатов. Так. Вот такое вот испытание снайперов. Довольно необычная какая-то головоломка. Здесь четкая должна быть последовательность определенных действий. То есть, кого убить, когда убить. Ну и, конечно же, мазать здесь нельзя. Но так получилось, что прибежал и чуть всех не поубивал. В каком-то смысле мне немного здесь и повезло. Ну, давайте посмотрим выбор вкладки. Эпизод. Что здесь интересного? Так, это мы видели. Цветы сражений. Flower. Здесь какая-то битва. Это я, наверное, чуть дальше. Здесь что у нас? Тоже какая-то битва. Война без оружия. Охотница на даркийцев. Так. Сейчас посмотреть, что еще здесь. Что скрывает ненависть? Тут тоже битва предстоит. Кровная месть. Ворот. Так, это был отдых. Здесь мы спасали Корделию. Здесь пробивались через лес. Report. Signs of awakening. Признаки пробуждения. Тут тоже какая-то битва. Так, ну давайте начнем, наверное, с вот этой. Посмотрим, что здесь. И снова Бариос. Давайте посмотрим. История Алисии. Hey, Welkin. They called you in too, Faldio? Yeah, looks like they've got all the squad leaders assembled. Must be something big. It looks like all of you made it. You've probably already guessed why you're here now. The militia will be staging a suppression op, using all of its forces. Так, операция по зачистке. Используй все свои ресурсы. A suppression op, Captain? As you know, the Empire has a series of camps spread throughout the Barius Badlands. По всей пустыне Барриус. Each of your squads will work separately to strike them simultaneously. Такс. I see. If we attack them at the same time, we won't have to worry about reinforcements. Correct. Welkin, your squad will take the camp located atop the northern Barius Mesa. На вершине северного плато Бариуса. Yes, да. Captain. The operation begins tomorrow morning. Be sure you're fully rested. Dismissed. Хорошенько отдохнуть. Так. Открыт новый эпизод. Битва. Взятие высоты Бариуса. Ну что ж, давайте поучаствуем. Что это там за высота? Что тут нам предстоит? Let me catch you up on the current situation. Так, введу вас в курс текущей операции. Можно было, конечно, вложить опыт. Что это такое? В высокогорном районе Бариуса были замечены устраивающие в лагеря останки имперских войск. А, то есть это уже после... Так, ваш отряд разделится на северную и южную части, отрезав им путь к бегству. Супер. Мне нравится эта тактика. Так, что вам придется выдержать их контрнаступление по мере продвижения к вершине. Ваша цель захватить их главную базу. Так, не более 20 ходов, это все понятно. Расположить. Так, что у нас здесь? Так, Алисия, Велкин,
Стоп. А, тут нельзя никого располагать. Хорошо, конечно же, Роза. Конечно же, Рэмбо. Также сюда поставим Ларго. Все это дело прикрывать будет Гомер, Оскар и Стиляга, наверное. Как всегда. Банда в сборе. 6-8. Как-то маловато, ну ладно. Приступим. Посмотрим, что здесь. Будьте там на чеку. Лады. Посмотрим, что это за хрень такая вообще. This one's gonna be big. Be careful out there, Sevens. Squad 7, move out! Так, игрок ходит. Какие-то куча лестниц. What kind of weirdos would set up camp at the top of a rocky hill like this? Что за идиот будет строить лагерь на вершине такого скалистого холма? Well, gravity makes attacks from high places more dangerous. Сила тяжести делает атаку сверху очень опасной. Maybe that's it. Either way, we should watch out for fire from above. Так, чтобы не накрыли. Ну да, можно, по крайней мере, камнем кинуть. Когда патроны заканчиваются. Такс. Какой-то хрен тут разведчик, да? Давай-ка, снайпер. Задание для тебя, заодно и осмотримся. Лови. Так. Yes! Who are these guys? Enemy spotted. Блин, танк. Enemy spotted. И какой-то мудак еще там. Это легкий танк. Open fire. А, инженер. On the move now. Так, ну что ж, выпиливаем инженера, чтобы он нам не мешал. Yes! Тут довольно интересная карта, конечно. Понятия не имею. Enemy spotted. Там еще кто-то. Разведка. Лови. Так, танк теперь остался без прикрытия. Yes! Пехоты. Man down. Everybody be careful. Тут и стой. Ну что ж, где наш старичок? Been waiting here. Твоя задача здесь предельно проста. Can you catch them from both sides at once? Три. А если приказ бы использовать? Ну, к сожалению, сейчас уже нельзя. На. Или какой-то скрытый потенциал. Но не хочется на приказы тоже тратить очки действия. Так, тут Алисия. А, это так вот бежать по кругу, либо сократить путь по лестнице. Been waiting here. Так, ну, надо танк выпилить. Been waiting here. Есть. All right. You're doing well. Just keep it up. Так, здесь пока прячется, я не знаю. Роза, как всегда. Let's do this thing. Тебе за всех здесь отдуваться. Полезли, поглядим. Ух ты. Так. Склеился. Ну то, что ты инженеров дохренища. Ага. Здесь закрыто, она может пробежать. Фигас 2. Но это не проблема, по идее, для Розы. Так. Здесь бы неплохо посмотреть, что происходит. Будем прорываться дальше. Ах, this place is a dust trap.
так. What's the situation up above? New target sighted. Ой-ой. Вот это папандос. А нас тут ждали. Так, Розина, интересно, ты выдержишь это все? Они не пробивают. Жги, гада. Ай, жаль, не хватило чуть-чуть. Let's do this thing. Да. Сколько тебе не старайся, 16 выстрелов, а куда угодно. Крит не приходит, давай так. Отлично. Так, откуда ее тут могут? Я не знаю. Роза уже почти базу берет на первом же ходу. Так, там колючка. Непонятно что. Ого, у них очко действия. Запрос на подкрепление. Что, на вертолетах падать будут? Куда? От Розы еще никто не уходил. Так. Розина. Здесь не вылезешь. Enemy sighted. We're under fire here. Requesting backup. Там куча народу. New target sighted. Готов. Nice work. Keep taking them down. New target sighted. Ух ты, тут танк. Ain't no stopping me. Но Роза и танки умеет выпиливать. Там еще кто-то. Спокойно. Сейчас мы до тебя доберемся. I'm on it. Ой, штурмовиков-то сколько? Ain't no stopping me. 7. Отлично. Так, он нам мешать теперь не будет. Она здесь не пролезет. Вот в чем проблема. Придется гранату использовать. Так. Let's do this thing. 14. Она танк может уничтожить. Here I come. Ёлы-палы. Так, не того я в отряде Рэмбо называю. И по идее она и базу может захватить. Главное, чтобы хватило... Да, я думаю, захватит. Пока тебе там непонятно, чем занимаются. Here I come. Get up. Так. Можно вызвать какой-то минометную поддержку. Да ладно, не буду тратить ходы. Она, бедняга, выдохлась. Стоп, 15. В голову 3. Она и того может задеть. Как-то вот так вот стрельнуть. Сейчас этот сдохнет. Значит, ему напихает. А, это обычные штурмовики. Я-то думаю, что тут... Что-то тут не то. Спокойно. Всем хватит. Let's do this thing. 13. А в голову 3. Just try dodging me. Go down. Готов. Don't leave yourself open. Ну это на А. Скорее всего будет. Если смогу сейчас захватить. Куча трупов. Почти уже на базе. Вот флаг.
16. У нее она стреляет, по-моему, 20 очередь. 20 пуль. Она убивает так. Да. Who are these guys? Блин, это не трупы. Обломки танка. Так. Прощай. И, наверное, захватим базу. Good. That makes things a bit easier. Занять. Отлично. Лагерь противника захвачен. Operation complete. We took their base. А, ну кто бы сомневался. Роза, Роза. Тот танк внизу можно было даже не уничтожать. Ну хотя они на свой ход поехали. Looks like you made it through. Похоже, что вы справились. You too. And the other squads are back. Seems the Barrier suppression was successful. Lieutenant Gunther, we've made camp for the night, sir. Okay, great. Let's finish setting the... Hmm? Alicia, your arm's bleeding. Are you all right? Huh? Oh, something this small should heal up in no time. Такая царапина заживет в мгновение ока. Шапочка. Ты там где-то за танком ныкалась весь бой. Here, let me take a look. You've been shot. Lucky thing it only hit your arm. Попали в руку, подстрелили, ничего себе. Does it hurt bad? A little. It doesn't look too deep, but it still needs to be properly dressed. Так, перебинтовать. Sit tight. I'll get you patched up. You still need to finish getting squad 7 settled. Ты должна стать лучшей в седьмом отряде. Фалдио. Thanks, Фалдио. I know she'll be in good hands. Please, leaving a lady to bleed would go against my gentleman's morals. Ха, позволить даме истечь кровью идет вразрез с моей джентльменской. Well, thank you, Фалдио. Так, открыт новый эпизод. Признаки пробуждения. Таинственный свет. Что здесь интересно такое? Say welcome. Already asleep, huh? No worries. I guess I'll just come back tomorrow. Huh? Alicia. What's going on? А, вот эта заметка, то есть он когда писал, когда Велкин вломился к нему там в этот, в комнату, да, и нашел его рукопись, то говорил, вот это вот свечение, и эта глава о ней рассказывает, знамение называется. It's another big day for Squad 7. Oh, morning, Isara. Here, let me help you with that. И Сара еще жива. Thank you kindly, Alicia. Are you certain your arm is all right? Fine. Ugh. See? No problem, even with the heavy stuff. Well, I'm glad. Just be sure you take it slow. I will. Thanks. Alicia. Oh, Фалдио. Thanks again for yesterday. Sure. Tell me, how is your arm doing now? I woke up this morning and it was all better. It isn't even sore anymore. И она лучше прежней.
Даже воспаление спало. Not at all. I've had bruises last a week, and yours was a gunshot. У меня синяки с прошлой недели, а твоя рана от выстрела. Ever since I was a kid, I've been quick to recover. Bet you're jealous, huh? Well, just as long as you're all right. Still, be sure to take it slow. Исара just said the same thing. Мало? Еще поросяту. Oh, hi, Hans. What, is it time for breakfast? Время для завтрака. Мало! Так, обучили. Гулять, есть. I better get cooking then. Well, I've got to head off. Sure. Don't want people going hungry. Alicia. Состав обновлена, ну и так далее. Что у нас еще здесь интересного? Так, здесь мы все видели. Это на пляже отдых. Освобождение Фоузена. Что скрывает ненависть? Тут тоже какая-то то ли битва. Кровная месть. Давайте еще здесь посмотрим. Историю ворот. Thank you for coming, soldiers. I apologize for the lack of notice. I've called you for a special operation. You'll be liberating Galleon hostages. Освободить захваченных соотечественников. То есть такая операция по спасению, да? I'm issuing this order on my own authority. I haven't reported it. I'll bear the risk. You don't have army clearance? Why not report it, Captain? There will be no questions. You need only perform the mission as directed. Просто сделайте то, что будет сказано. The enemy are what's left of the Fausen camp. They're holed up in a house on the outskirts of the city. Your objectives are to return all hostages and capture or eliminate all Imperials. Захватил или уничтожил имперцев. Так. The enemy is led by a man named Geld. Georgios Geld. Georgios Geld какой-то. He tortured and murdered Galleons in the First European War. He warrants no pity. Заслуживает сострадания. Похоже, здесь будет убийство со стороны ворот. Georgios Geld? Bell, is this about? Prepare for deployment immediately. You are dismissed. Так, а старичок в курсе, кто это? Может быть, сейчас расскажет? The captain didn't seem like her usual self. It was almost scary. No surprise there. She's been living the last 20 years to get revenge on Geld. Отомстить Гелду. Возможно, это когда на пляже была сценка там. What? Revenge for what? Back in EW1, she and I were called into the militia, just like you kids now. Как вас детей прячут? She and a buddy of mine, Frederick, were in the same squad and fell for each other hard. Ага, Фредерик, да, вот. But the enemy got Frederick one day. Word is, the enemy captain tortured him to death. Замучили до смерти. That enemy captain was Georgios Geld. When the war ended, she stayed on. My guess is, it was just for a chance at revenge. That's terrible. I had no idea. Так. Ну что ж, посмотрим. Операция по освобождению. Что скрывает ненависть? Here are your orders. Так. Всех убить, разрезать пополам. Ага, какой-то вот особняк. Эти имперские трусы взяли гражданских в заложники и удерживают их в частном особняке. Седьмой отряд зайдет с этой точки. На этот раз, лейтенант, вы не можете позволить им себя увидеть. Если они вас заметят, заложники умрут. Начните продвигаться к зданию незаметно, пока вы прячетесь в траве, они вас не обнаружат. Так, как только вы закончите сближение, сразу снимите всех дозорных. Если кто-то из них выживет, поднимется тревога. Ваша задача — ликвидировать всех имперцев в районе. Так, остановившись, прячьтесь в траве. Если они вас заметили, убивайте их до конца хода. Ага.
Как только путь будет чист, вы войдете в резиденцию, освободите заложников, разоружите и плените противника. В этой миссии вы примете участие в роли рядового пехотинца, поэтому вы не можете отдавать приказы. Замечен один из членов отряда. Так, располагаем. Значит, нам понадобится, конечно же, снайпер. Нам понадобится, конечно же, Ларга, я предполагаю, оставить в конце, поскольку он просто будет давать нам очки действия, да? Рози будет во главе отряда, и Алиша вот здесь. Как-то так. 5. Вот и все. Ну что ж, приступаем. If capturing the enemy is not feasible, then kill them. They merit no- Они не заслуживают пощады. Так, все в траве тут сидят. Так, кусты слева. Listen up, my little hostages. You're going to be our shields until we reach the next camp. Ну, нарисован. Ну, такое вот истинное лицо врага какого-то. Мерзавца, да, я не знаю. Подонка. I recommend against trying anything, or things may get unpleasant for you. Так, плохо кончится. Geld and his men are hiding in that house. There are patrols monitoring the perimeter. Be careful. If they detect your approach, they may harm the hostages. Don't let anyone spot you as you approach the building. If once you're close, take out the lookouts. Leave even one and Geld will know where. Those are your orders. Failure is not an option. Поражение недопустимо. Так-с. Что у нас так мало очков действия? Здесь кусты. Здесь кусты. Роза. Ага, да, в траве пока. Я хрен его знает, что делать. Lancers, keep an eye on your ammo. Don't make a sound out there. Так, ну она пока никого не видит. You need to advance without making a peep. Это плюс. Так, сиди пока здесь. Сюда бы снайпера. Это был хороший бы вариант. А, возможно, они с той стороны стоят. И сейчас будут какие-то передвижения. My turn, okay? Так, Алисия, ты, наверное, пойдешь по этому флангу. Do everything you can to stay out of sight. Ей бы в каких-то марафонах участвовать. Это столько может пробежать. Так, тут никого вроде. Stay sharp. No nodding off on patrol duty. Стелс-миссия. Это уже интересно. Do their movements follow any set pattern? Stay close out there. Так, ни хрена вообще никого не видно. Так, значит, нам нужен снайпер. Сможет ли он туда добежать? Фига с два. Придется потратить еще один ход. I'll do my best. Чтобы в траву эту засунуть. Makes me think of my brother. All units, watch your surroundings. Так, ну лады. Пока так. Пока вообще ничего не понятно. Но интересно. Well, boy. No sight of the galleons. I doubt I need tell you what will happen if they slip past you. Я не думаю, что нужно объяснять, что будет, если они пройдут. Sir, nothing to report, sir. Все чисто. Ну ладно. Very good. Sir, about the hostages, what do you in- Simpleton. Once we reach the nearest allied camp, they're useless. I'll kill them myself. Как только мы доберемся до ближайшего союзнического лагеря, я убью их лично. Nice and slow.
After having a bit of fun. Медленно, после того, как немного повеселились. Три. А у них не так-то много. Так, мы видим первого гада. Второго гада. И где-то... непонятно где. А, это внутри, наверное. Так, три... разведчика, но у нас есть снайпер. Хоть бери да сохраняйся. I'll do my best. Сможешь ли ты кого-то увидеть и убить? Кажется, да. Лови пулю. Yes! Good. That makes things... так. Один склеился. Второй у нас для Алисии. Она его сейчас может обойти. Готов. I'm impressed, but not surprised. И где-то еще один гад. А здесь в дом, я так понимаю, можно зайти. Не совсем понятно. Здесь никого. All units, report. Тут тоже никого. Wait a bit longer and see how they move. Так, ребятки. А как внутрь-то попасть? Дом 2, дом 1. Moving out. Дом 2, дом 1. Так, в двери тут не влезешь. Ну, пойдем прячемся опять. I've waited for this chance for a long time. Find a spot you can snipe from. Так, хорошо. Интересно, Роза добежит туда? Let's do this thing. Чтобы ее не заметили. Eliminate the Imperials, hold up in that house. А, тут гад на крыше. New target sighted. Да, вон он. Нет, не попадает. Сюда нужен снайпер. Тут сиди. По крайней мере, я знаю, где он. Так. Man down, sir! The Gallians are attacking! Нас заметили, что ли? My, my. So... there's nothing for it. We leave the house at once. I'll dispose of the hostages. Я избавлюсь от заложников. No. The mission's failed. Вот черт. Ну, блин. Я потратил просто ход за снайпера, который мог бы убить того на крыше. Ладно, что тут быстро переиграем. Это не проблема. Так, ну, это мы все читали. Мы это знаем. Кто над чем тут будет проводить эксперименты? My turn, okay? Итак, нам понадобится, значит, только Алисия. Pull it together. Которая займет позицию вот там вот. Can you see any patterns in their movements? Act quickly and cleanly. Так, ну здесь мы уже все знаем, так что это будет очень быстро и эффективно. Так, ну конечно же снайпер. On the move now. Я даже еще оставлю командное очко, да, на следующий ход, чтобы это четко все...
выполнить. Отлично. Да, заверши ход. Так. Снова эта реплика его пафосная. Да-да, я с ними поиграюсь. Но это я тоже пропущу. Так, первый гад. Это для Алисии. А вот его видят. Так, я думаю, что Алисия может убить вот этого гада. Потеря защиты нам просто не пугает. И, возможно, попробовать убить второго. То есть за один ход нужно всех убить. Ага, со спины может зайти. Чтобы этот гад даже не пригнулся. My turn, okay? Отлично. You're doing well. Just keep it up. Так, может, трупы собирать надо? Понятия не имею. Ready and waiting for your command. Так, значит, стой здесь. Так, снайпер, у тебя целых три хода. I'll do my best. Makes me think of my brother. Выйти на позицию и уже навалять ему тумаков. On the move now. I see an enemy. Так, даже промазать может один разочек. Готов. Миссия выполнена. Оказалось, все гораздо проще. Просто нужно было так вот разобраться. Yes, that's the last... Так, дозорный. Good. Now storm the building immediately. Захватите Гелда. What? A Gallian attack? When did you... It's all over, Geld. Your miserable life ends here. Покончится здесь. Рейтинг А. Дофига опыта. Денег. Сейчас посмотрим, что тут будет интересного. So this is Georgios Geld. Taking civilian prisoners violates treaty law, does it not? Даже фуражку сняла, чтоб с этим гадом пообщаться. Please forgive me. We just wanted to see our homes again. That's all. I'd have released the hostages along the way. It's true, Valkyra strike me down. Silence! Who'd believe the words of scum like you? I've no doubt you'd slaughter them all. Your evil won't go unpunished. You are hereby sentenced to death by firing squad. Приговорен к смерти. But, Captain Verrat, prisoners of war have a right to a formal trial. You can't just... I can and will. I'll kill him myself if I have to. I'll take full responsibility. Всю ответственность я беру на себя. If you do this, you'll be discharged from the militia, Captain. And what of it? I've lived for the day I end this man's life. Я жила ради дня, когда смогу оборвать жизнь этого. It's all I can do for Frederick now. There's nothing else left. Ха! Старичок, стопудово. Don't do this, Эл. Ларго. Why? Why stop me? This snake of a man killed Frederick. He butchered our friend. Frederick died horribly. Tortured. Broken. Doesn't that make you angry?
Разве это не выводит тебя из себя? Of course it does, Эл. I could wring the rat bastard's neck myself. But do you think Frederick would want that? Think he'd want you to bloody your hands? Back then, us three were always talking about how we'd build a peaceful Gallia. Frederick's gone, but I know he'd still want that. Even Marco! You didn't stick around the Force this long just to take revenge, Ill. You stayed for a chance to give yourself this new beginning. Ты осталась ради шанса начать все сначала. Don't cry, Ill. If you'll have me, I'll watch over you forever. Так, еще один любовный треугольник нарисовался. Открыт новый эпизод. Что скрывает ненависть? Плата за трусость. Finally back in friendly territory again. Так, сбежал, гад. That could have ended exceptionally badly. Thank goodness the Gallians are weak. Галлийцы слишком нерешительны. Ну, предполагаю, тебе хана. Identify yourself. Captain Georgius Geld. I was returned as part of a prisoner exchange. Похоже, обмена не будет. So you're Geld, are you? I hear you took non-Darkson civilians as hostages. That was after serving time for abuse of captives in the First European War, correct? Интересно. Yes. But that was a long time ago, and... Lord Commander Maximilian is a strict man on protocol. You've roused quite a fire in him. Вы его действительно разозлили. You're to be court-martialed forthwith. Brace yourself for the worst, Captain. Вас незамедлительно отдадут под трибунал. Готовьтесь к худшему. No, but I... А все это время куда смотрели? Take him away. Вот эти жесты. No, let me go. No, I don't want to die. This can't really be... I don't want to die. Вот такая вот расплата. И снова шаг вперед. Ларго, has everything I've done up to now been a mistake? Ever since Frederick was killed, I've thought of little else other than avenging his death. But it's like you said. Killing that man won't bring Frederick back. So we can't get Frederick back, but we're still gonna have to live our lives. Hmm? Know what I think? We've gotta live our lives the best we possibly can. You ask me, part of that means bringing peace back to Gallia. That's what I think he'd want. I know! How about we start a vegetable garden? Vegetables taste good, look good, and they're good for you. We're gonna make Gallia one big farm. What? What's so funny? I just pictured Gallia as this giant pumpkin patch. It's too funny. Oh, I ain't laughing. I know you've always been watching my back for me. That's the only reason I've made it this far. Largo, thank you. Oh, sure. Look at this. Just what's going on here? Hey, we're just... that is, Well, well, Largo. Who would have guessed? Who would have guessed what? That's quite enough.
The hostages were all recovered safely. Mostly thanks to your squad's efforts. Your orders are to return to the capital as soon as possible. That's all. Dismissed. Captain! Здорово. Вкладка состав обновлена. Так, что тут еще? Побережье Марбери, битва за Брюль. Война без оружия. История Розы. И что-то там еще же открылось. Цветы сражения. Итак, Роза и Гюнтер. Точнее, Гюнтер. Велкин. Это будет уже в следующей серии. Я думаю, и так... Затянулось все это, битвы, сражения и так далее. Вам всем спасибо за просмотр. Увидимся всем. Пока-пока.